Заблудился в ваших катакомбах. Мне нужен склад готовой продукции. Я уж полчаса плутаю. Проходную сможете найти? Ой, теперь вряд ли. Это по большой лестнице на первый этаж, через пальцовочный цех или двором. Хорошо, я попробую. Спасибо. Подождите. Пойдемте, я вас провожу. Ой, спасибо. Извините за любопытство. Вчера случайно не вас по телевизору показывали? Нас? Только это не случайно. Катя, обслужи товарища. Здрасте. Здравствуйте. Что у вас? У меня афиши. Слушаем программу «Метроном», наша музыкальная страница. Вот. У микрофона автор-ведущий Игорь Кунин. Я знаю, что сегодня в программе прочитано уже немало. Спасибо. Вот здесь распишу. Не за что. Ибо оно определило тему разговора. Пишет Лена из Таруса Калужской области. Юля, может быть, дело в том, что с 4 класса я хочу быть принцессой. Подруги смеются, а я не могу ничего с тобой поделать. Занимаюсь в поле, участвую... Вы знаете, здесь, по-моему, нет 300 экземпляров. Ой, правильно. Вчера ж в два раза ведь печатали. Наверное, и в другое место положили. Я пойду посмотрю. Будьте добры. Объясните, куда я могу поступить, чтобы быть хоть чуть-чуть... Еще раз спасибо. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. А вот это вот ваша фамилия, она настоящая или псевдоним? Настоящая, мне не от кого скрываться. Вы, наверное, недавно организовались, я про вас ничего не знаю. Да, сравнительно. А что, все из консерватории? Есть такие, но в основном энтузиасты. А где находите? По-разному. Так посмотрите у нас. А что у вас есть? Энтузиаст? Есть. Покажите. Смотрите. Позвоните. А что, у вас и солистки есть? Да нет, вы знаете, обходимся. Позвоните по этому телефону, меня подзовут. Договоримся о встрече. А я в хоре пою, в самодеятельности. Разберемся. Ну вот, я же говорила, в два приема печатали. Вот, спасибо. Пожалуйста. Ксюша, подожди. Ты что сегодня вечером делаешь? Как всегда. А поехали к нам в гости. С чего это? А, да так, поболтаем.
сватать собралась. Ага. Вы мне сейчас не до сватовства. Домой бежать надо, за Машкой смотреть, как бы ее кто не сосватал. А что, у нее уже есть кто-нибудь? Не знаю. Звонят разные. А, ну разные это плохо. Уследить труднее. Поехали, а? А у тебя кто будет? Один Сережин знакомый. Из Африки приехал. Негр, что ли? Да ты что? 4 года там работал. Я его видел. Вот такой мировой мужик. 44 года. Неженатый блондин. Ты чего? Ладно, поехали. Только ни одной Машке любовью заниматься, правильно? Пойдем. Ты хоть понимаешь, что ты сейчас сказала? Что? Ты хоть знаешь, что это такое? А? Знаю, знаю. Пойдем, только домой забежать, Машку накачать и самой переодеться. Ну вот, они сами-то практически ничего не производят. А в магазинах изобилие. И американское, и итальянское, и голландское, и немецкое, и японское, и шведское, и... Английское. Что вы сказали? Я сказала, вы забыли упомянуть английское. Да, вероятно. Ребята, я что хотел сказать? Вот наш начальник главка в прошлом году рассказывал, что процент заболевания СПИДом... И цены так... очень доступные. Ну вот можете себе представить? Нищий у них там сидит, выбирается. И Данхил курит. Да угу. Что? Угу. Часы электронные, ну это уж просто копейки. Ну надо же. А сколько копеек? Что? Коля, слушай, если серьезно, как у них там со СПИДом? Сереж, здоров я, здоров. А что насчет копеек, так это выражение фигуральное. Ксеш, пойдем поможешь. Ну как? А дочери сколько лет? 17. 10-й в этом году заканчивает. Разведена давно? Да, лет 5. Муж пил? Пил. Не то слово. А что? Оценит, что я не пью. Ну что? Болтлив очень. Ну ты, мать, нахалка. Такого мужика тебе приискали, а ты... По-моему, ты пока и не очень, Коля. А по-моему, наоборот. Понравится хочет. Не знаю. Ну что ты, я-то знаю. Все люди одинаковые. Вот почему все, кто приезжает из-за границы, говорят про цены и про магазины, а? Будто сговариваются. А тебе про что надо? Про разные. Слушай, Коля, а все-таки как у них там со СПИДом? Серёж, а ты что, больной? Кто я? Знаешь что? Дай мне бумагу и карандаш. Опять сюрприз? Вам куда? А вам? Я на машине могу подвезти. Прошу. Манна небесная. Остановитесь здесь. Там дальше перекопано. Вы знаете, мне сейчас пришла в голову одна идея. Давайте зайдем ко мне в гости, попьем кофе.
Коньяк есть, посмотрим видео. А потом я вас доставлю домой. Спасибо, не могу. У меня дочь в 10 классе. За ней надо приглядывать. Ну что ж, давайте позвоним дочери, а вы велите себя вести хорошо. Не могу. Это вам. На память. Спасибо за транспорт. Чунюк, ну прости меня ради бога. Мама, мы целый вечер занимались угрибковой физикой. Мама, у нас завтра контрольная. Господи, ну не веришь, позвони ей. Сколько ты занимаешься, уже круглой отличницей можно быть. Ой, мам, ты знаешь, у нас такие сложные программы, а я у тебя такая бестолковая. Что это такое? На прослушивание приглашают в хор. Куда? Я выпадаю. На старости лет в артистке. Ой, фу. Ну, извини меня, пожалуйста, Чунь. Ну, я просто не подумала, так вырвалась, мамуль. Ты у меня самая молодая, ты у меня самая красивая, мамуль. Здравствуйте, Тресса. Привет. Здравствуй. Ты чего так вырядилась, да? На свидание иду. Интересно, с кем это? Секрет. У него насчет тебя серьезные намерения. Боюсь, ты ничего не можешь знать о его намерениях. Боюсь, что ты меня недооцениваешь. А я боюсь, мы говорим о разных людях. Так ты что, не с Колей встречаешься? Увы, не с ним. А с кем? Секрет. Ну, знаешь, нет слов. Скрытная ты. Успокойся, я иду. Ой, я иду на прослушивание. Ой, а туману-то напустила. И охота тебе такими глупостями заниматься. Не девочками. Извините, где мне можно найти Волобуева? Надоели вы мне с этим Волобуевым? В зале он. Спасибо. Здравствуйте. А, здрасте. Черт, вчера купил, не поет. Можно? Да, проходите. Прям на сцену? Да нет, знаете, лучше здесь. Дорогу быстро нашли? Да, поплутала немного. А где же ваш ансамбль? Кто где? Репетиция час назад закончилась. Чаю хотите? Понятно, я опоздала, извините. На типографии давно работаете? Порядком. Зарабатываете, уже... наверное, прилично. По-разному. В общем, всегда за 200. Хорошая зарплата, у меня меньше получается. Вы знаете, я специально ничего не готовила. Ну, могу спеть из репертуара нашего хора. Не готовили, это не страшно. А что страшно? Страшно то, что вам отпуск не дадут в нужное время. Отпуск у меня в июле. А еще месяц за собственный счет дадут? Не знаю. Не знаю, надо спросить. Спросите обязательно. У нас ведь основная работа летом начинается. Гастроли? Что-то вроде того, только наоборот. Выступаем-то мы не часто. Что же вы делаете? Собираем, восстанавливаем, записываем. Сберегаем для потомства. Ну и страдаем на этом поприще, как полагается. Утверждаемся одним словом. Понятно. Приходите в четверг. После работы. Приду, а сегодня мне петь не нужно? А вы что, спеть хотите? Да я, собственно, не навязываюсь. Да нет, пойте. На сцене? Как хотите. Давай.
То стоишь качаясь, простите, или иногда ее называют тонкой рябиной на слова поэта Сурикова. Что стоишь качаясь, тонкая Хорошо поете, достаточно. Мам, ну честное слово, не нарочно. Мы с Глебковой математикой занимались, у нас завтра контрольная. А потом... Мы зашли к соседке, Маринке Звонковой. Мам, ты представляешь, она замуж вышла. Ей 19, а ему 46. Ты представляешь, еще в прошлом году она Грибковой за сапогами бегала, чтобы в гости сходить. А сейчас, мам, туши фонарь, как королева. Аппаратура японская. Мама, золото, Жигули. Ты знаешь, я, пожалуй, тоже за 40-летнего выйду. Давай. Давай, а 24 года разница, ерунда. Значит, тебе 30-35, ему 59. У тебя еще жизнь впереди, а у него пенсия через год. Тебе еще танцевать, глазки строить, а ему лекарства по часам пить. Ну, конечно, тебе вот почти 35, много ты танцуешь и глазки строишь? Мало. Мало, но хочется. Ну, ты, мам, даешь. Я выпадаю. Я тоже. С праздником вас. И вас прошедшим. Будете удивлять? Ну что, пойдем в машину? А что? С удовольствием. Судя по всему, вы хотите предложить мне выйти замуж за вас. Так вы предлагаете или у меня мания величия? Предлагаю. Знаете, я ждала этого. Была готова, и поэтому отвечу сразу. Пока нет. Или я чего-то не понимаю. Или за те 4 года, которые я не был в союзе, с женщинами что-то произошло? Нет, женщины те же. Так что же тогда? Не глупый, не занудный, не без средств, не без жилья мужчина. Предлагает выйти за него замуж. Незамужней женщине 35 лет, и эта женщина отказывает ему. Коля, вы сейчас даете повод поиздеваться над вами. Но говорите так искренне, что у меня язык не поворачивается острить. Понимаете, я... У меня сейчас голова другим занята. Вот год назад я бы не то чтобы пошла, я бы побежала за вас. Надо было мне вернуться год назад. Мне предлагали. А куда вы заехали? Я везу вас домой. Ой, Коля, мне не домой. А куда, извините, Грет? Дом культуры, это далеко, остановите, я сама доберусь. Это вокзал. Да нет, я довезу вас. И заодно посмотрю на этот дом. Спасибо. Ксения! Криком! Прямо криком! Не бойтесь ничего, ну! Привет, мамуль! Ради бога, не сердись, у нас завтра... Контрольная по химии. Грибкова я уже позвонила. Фу, мам, как это пошло. Звонки, проверки.
Ты же сама предлагала. Мама, это условность. Интересно. Да ничего интересного, мама. Половина нашей жизни состоит из условности. Будь здоров, условность. Как дела, условность. Предлагаю руку и сердце, тоже условность. И это, по-твоему, хорошо? Нормально. Зазвали в гости, называется. Зазвали. Братцы. Да мое-то искушение Авдотья Романовна тоже со слез началось. Услышал в деревне, бабуська песню пела. Разревелся. Вот с тех пор песни собираю. Так я ведь... К вам нынешним-то, батюшка, шибко я вас боюсь. Вот возьми, какую песню зачнут, всю извертят, как есть. Рот душа и хоть обш не приши, а ни складу, ни ладу. Бывает, бывает. Ну, у вас, Авдотья Романовна, деревни, заговоры какие-нибудь в ходу были? Не припомните ли? Какие такие заговоры? Ничего такого не было, ничего такого не слыхивала, не знаю. Жалко. А тебе зачем понадобилось-то? Болен, батюшка? Да нет, здоров, слава богу. Чего там? Жалко все равно. Заговор-то они ведь к делу какому. Ведь не так. Ну вот на счастье. Встану я, раба Божья Евдокия, благословясь, встану я, перекрестясь, пойду из дверей в двери, из ворот в ворота. Выхожу я на море океан, на том море океане стоит столб огненный. На том столбе огненном стоит ангел огненный. Простреляй грудь рабу Божьему Елисею, ретиво сердце, в сердце кровь, в крови любовь. Чтоб раб Божий Елисей меня, рабу Божью Евдокию, в кульбе б не забывал, в вине б не пропивал, да все б на уме, да на разуме держал, была б я для него милей белого снегу, милей белого света. Завтра концерт? Да. Я не выступаю. А? На. Ну почему? Ну почему? Ведь я песни ваши выучила, правда? И пою не хуже других. Ксения, не хуже мне не надо. Не хуже у меня есть. Вот когда вы придете ко мне и скажете, что поете лучше, тогда я вас сразу выпущу. Ой, я боюсь. Вы знаете, я у меня...
У меня духа на это не хватит. Да ничего вы не боитесь. Вы просто поете, хорошо поете. Но зачем же долдонить то, что уже найдено и отработано другими? А где же вы? Ксения Миронова. Легко сказать. Нелегко. Наш пресловутый путь соли мы только начали. Впрочем, я еще скажу, обязательно скажу. А может быть, может мне вообще не приходить? А вот на такие вопросы я ответ не даю. Всего доброго. До свидания. Ну, мам, ты даешь. Репетировала. Если не веришь, можешь позвонить Волобуеву. Ну что, идем завтра на концерт? Нет, не идем. Опять не выпустили, что ли? Нет, концерт перенесли на воскресенье, кажется. На когда, кажется? Пока неизвестно. Темнишь, мам? Фантиком прикидываешься, да? Позвони Волобуеву. Прошла. Выйди, скажи мне, что выйди, происходит? Выйди отсюда, у нас здесь очень строго, Маша, выйди. Мам, значит, на воскресенье перенесли. Выйди немедленно! Мам, я выйду, конечно, только зачем кричать? Ну уж нетушки, мам, косички свои.
Леш, ты что застрял-то, а? 4 минуты осталось, пойдем. Ой, ты посмотри. Ну и что? Солистка, победитель конкурса Валентина Агапова. Ну и что? Только нос великоват. Да это же Валька Агапова. Мы с ней вместе во Дворце пионеров пели. Я солистка, она в хоре. Ее 3 раза выгоняли, она 3 раза чуть ли не на коленях просилась. Нет, я, наверное, чего-то не понимаю. А что тут понимать? Настырная девка, такие всего и добиваются. Солистка. Простите, а вы не у Волобуева? Да, у него. У меня к вам большая просьба. Передайте Волобуеву, что Гена просит зал на вторник. У нас с ним была предварительная договоренность, но его, к сожалению, сейчас нет, а я совершенно не могу ждать. Не забудете. Ключевые слова. Гена, зал, вторник. Гена, зал, вторник. Хорошо. Большое спасибо. А почему не видно творческого пожара в глазах? У Волобуева все горят. Ну, наверное, потому что еще не совсем у него. А, ну, подвешенное состояние, оно, конечно, не из приятных. А что вы у него делаете? В основном витаю в облаках. Вообще-то пою. А, давно? Да. А хотите, я вас приземлю? Вы мне льстите, полагаю, что я умею летать. Ой, приземлю. Ей-богу, приземлю. Симпатичные, остроумные женщины мне вот так вот нужны. Прошу, проходите сюда. Голосовой аппарат надо беречь. А вы куда мне собираетесь приземлять? В свою бригаду. Через 1,5 недельки выезжаем на гастроли. Беру вас на договор. И да здравствует периферия. О, такие предложения бывают только в кино. Хе-хе, неправильно. В кино везет Золушкам. А вы на Золушку не похожи. Как, идете? Простите, а вы сам... Здрасте, а вы сами кем будете? О, я большой человек. Моя специальность называется артист разговорного жанра. Но по совместительству я организатор гастролей. И что, вот так вот, с бухты-барахты, совершенно не зная меня, вы предлагаете работу? Нет, почему же? Ваша Волобуев не гонит, а это для меня уже результат. Он никого не гонит. Здравствуйте. Гонит. Я же его знаю почти 10 лет. Гонит, да еще как. Ну-с. А у меня совершенно ничего не готово. Так я же вам не предлагаю сольный концерт, а всего 2-3 песенки. Маленьких таких. Я не могу так сразу. А сразу не надо, голубушка. У вас же еще есть время до вторника. А вот во вторник приходите сюда и не забудьте ключевые слова. Гена, вторник, гастроли. Гена, гастроли, вторник. Правильно. Сюда, обалденную красную платье. Гена, гастроли, вторник. Не понял. Гена, зал, зал, вторник. А, до свидания. До свидания. Ну, передайте, что вторник за ним. До свидания. До свидания. Виктор Петрович, Гена предложил мне ехать на гастроли с его бригадой. А ты что? Пока ничего. Ты хочешь сказать, если я тебя начну уговаривать, ты никуда не поедешь? Нет, не хочу. Тогда зачем все это? Просто скажи, я уезжаю, и все. Виктор Петрович, ехать я действительно решилась, но уехать, не знаю, что вы... Ну, что вы об этом думаете? Я не могу, я слишком много приобрела, общаясь с вами, я... Это прекрасно, не теряй того, что приобрела. Это все? Все, до свидания, Ксения. Нина Николаевна, можно я за свой счет, а? Очень нужно, на вторник. Дадите? Сень, ну ведь это уж 5-й раз за месяц. Ведь ты все-таки у нас пока числишься, не в хоре. Ну, очень нужно, я отработаю. Так нельзя, Миронова. У нас дисциплина, производство. Если ты уходишь, почему другим нельзя? Я больше сама это не решаю. Иди к директору, пусть он тебя отпускает. Здравствуйте. Здравствуй, Миронова. Вот веришь, пришла ты, а я от твоего прихода ничего хорошего не жду. Дайте отпуск. Ну вот видишь, я же говорил. Ну да, это еще-то а июля. А вот не дам. Не дам и все. Ты меня потом благодарить будешь. Ну тогда отпустите без отработки. Что, совсем? Совсем. Ладно, уходи. Обойдемся.
а ты пожалеешь. Попомни мои слова, Миронова. Пиши заявление. Пожалуйста. Тебе к врачу надо, к психиатру. Никто не хочет работать. А ты бы не поехал теперь, Паша, а? Только честно. Я что, на ненормальную похожа? Ну, ты только подумай, что ты теряешь, а? А журавль в небе может оказаться простой вороной. Это что за посиделки? Электричество выключили? С Мироновой прощаемся. Все, девочки, счастливо оставаться. Простите, пожалуйста. Здравствуйте. Волобуев, это вы? Здрасте, Волобуев, это я. Мне нужно с вами поговорить. У вас не будет несколько минут? Вообще-то я здорово спешу. Но если очень нужно, давайте поговорим. Спасибо. Речь пойдет о Ксении Мироновой. Слушаю вас. Собственно, вопрос один. Зачем вы морочите голову женщине? Простите, я не знаю, с кем я разговариваю. Моя фамилия Кошелев. И говорю я с вами как человек, которому не безразлична судьба Ксении. А чем я могу вам помочь? Я хочу, чтобы вы не держали ее у себя. Ведь она не девочка, правда? Артистка, судя по тому, что вы ее на концерты не выпускаете, из нее не получится. Тогда зачем все это? Ей жизнь устраивать надо, а не на спевке бегать. Вы ошибаетесь. Я никого не держу. У нас как в хороводе. Куда никого не заталкивают и не выпихивают. А уставший сам выбывает из игры. Ксения человек незаурядный. Я ей не нужен. Она скоро поймет это и уйдет. Уйдет. Такое бывает, оказывается. Иногда оно бывает. Уж мне вы можете поверить. Да, но ведь так и время пройдет, понимаете? А может быть и вся жизнь. И в результате окажется, что искал совсем другое, а не то, что ему нужно. Может и так. Но бывает, что пока ищешь одно, находишь, к счастью, другое. Похоже, мы не поймем друг друга. Ну? Да, у меня к вам одна просьба. Ксения не должна знать о нашем разговоре. Это я могу вам обещать. До свидания. Всего доброго. Да, простите. А что, Ксения Миронова отказалась от гастролей? Каких гастролей? Петрович! Петрович! Вы в каком купе? Не скажу. Подержи. Сейчас ты пленок. Да пошел ты к черту! Ну извини, Петрович, но не получилось. Петрович, так какой бы купе? Да пошли вы все! Машка, будешь водить компанию, убью. Заниматься не будешь, тоже убью. Но, мам! Я соседи попросила, меня предупредят. Мамуль, я сама все прекрасно понимаю. 10-й класс, программы трудные. Мусь, ну о чем ты говоришь? Я знаю твои программы, и минимум, и максимум. Ты лучше молчи и слушай. Слушай. Девочка моя. Ой, ты прости меня, непутевую. Конечно, я должна сидеть дома, заниматься тобой. А меня вот понесла нелегкая. Ксюш, Ксюш, ты письмо напиши. Тебе? Да зачем мне, Коль? Ой, не люблю я этого. Приятная неожиданность. По телевизору детектив, а вы сюда, к нам. Здравствуйте, дорогие друзья. Я помню 73-й год. В
космосе трудился экипаж «Союз-13», Олег Плохин стал лучшим футболистом года, и самое главное событие – 17 мгновений весны. В эти прекрасные мгновения пустовали улицы и магазины, рестораны и театры. С тех пор, прежде чем выехать на гастроли, мы очень внимательно изучаем программы телевидения. Выступает лауреат на конкурс артистов эстрады Евгений Мамаев. Партию рояля исполняет Антонина Баришанская. Импровизация на тему старинных русских романсов. Прошу занавес. Гитару настроил. Не свисти. Слушай, юноша, там твоя новенькая в обморок падает. Иди разберись. Что случилось? Не знаю, говорит, голос пропал. Гляжу, как клокочет вода за окном колеи, размывая, и о том, что уходят года, забываю о том, забываю. Слышу, часто стучит по крыльцу, как живая вода, дождевая, и что жизнь моя ближе к концу. Забываю о том, забываю, забываю о том, забываю. Я смотрю, как дымится вдали частый дождь, небосвод закрывая, и что годы еще не ушли. Забываю о том, забываю. Всю неделю дожди да дожди, длинных струй монотонное пение. Подожди, подожди, подожди. Не могу, не хватает терпения. Не могу, не хватает терпения. Чья это песня? Стихи Олега Дмитриева. А музыка? Не знаю. Твоя, что ли? Наверное. Ее ведь со сцены петь можно. Свеженькая идея. А что, почему нет? Подрастешь, узнаешь. Я что-то не то спросила, да? Обиделась, что ли? Нет. А чего ж тогда уходишь? Подрастать. Я придумал. Ты у меня теперь Руслановой будешь. Какой Руслановой? Певицей.
сгоняй на радио. В фондах найдем ее концерт. 2-3 песни отберем. Ты их сделаешь и будешь под нее исполнять. Публика будет визжать и плакать. Ты что, пародисткой меня хочешь сделать? Нет. Пародистку раз Ника, Вероника. Не визжаю. Куда? Ну, не понимаю, у меня дочка так говорит. Ладно. Помогаю въехать. В общем, к завтрашнему концерту мы из тебя делаем микро Русланову. Good night. Презренный, как трус побледнел, задрожал. Всю ночь волновалась о море, кипела морская волна, а утром качались на волнах челнока, а утром качались на волнах и щепки того челнока. Куда пошла? Ты еще две песни? Нет. Ксения! Ника, давай! Ну ты хоть объяви меня сначала. Решай! Ты что вытворяешь, а? Ну ты что вытворяешь? А молчи ты, Петро, я первый раз писку слышал свою. Да таких надо драться! Ника, ну ты вытянешься, давай быстрее! Прошу, мадам. Спасибо. Не за что. Вашу ручку. У вас в типографии все такие нежные, да? Петрович, ловись! Ну, обрадовалась, Вась, ну, взорвалась. А ты же не удержишь. Ну, сломаешь так. А замерзла. Объявляю конкурс на лучшее объяснение случившегося, а? Генка что-то перепутал и нас завез в другую деревню. Получи приз. Ой! Угадайте, что случилось? Что? А? Мы тут одну викторину уже провели, так что загадывать хватит. В соседнем колхозе идет какой-то боевик индийский. В главной роли Раша Капур. Ну и что? Ну, на нас продано всего 8 билетов. Ой, ну и что? Кошмар. Но директор сказал, что поднагонит зрителей. Как это поднагонит? Слушайте, очень ребята, просто. Короче, сейчас все вместе. Это директорские дела. Реноме. И все мы постараемся, чтобы название нашей программы оправдать. Итак, выступает лауреат всесоюзного конкурса артистов эстрады Евгений Маваев. 37,8. Партию рояля. О, простите, у вас пианино. Антонина Борешанская. Фантазия на тему русских романсов. У нас голос сегодня в порядке. На месте. А что это вы о моем голосе беспокоитесь? Ваш выход скоро, а вы натура импульсивная. Вы готовы? Нет, не готовы. Выступать отказываетесь? Отказываемся. Замечательно. Исключительно замечательно. Что у нас случилось? А? Я выступать не буду. Почему? Это никому не нужно. Эти старики и дети пришли сюда не потому, что они хотели нас посмотреть, послушать, а потому что им сучили эти несчастные билеты, и мне просто стыдно выходить им что-то петь. Стыдно, говоришь? А у Мамаева, который с температурой, стыда, значит, нет? У меня, у всех остальных? А всех оскорблять тебе не стыдно, а? Ника, приготовься. Потяни полминутки, я сейчас соберусь. Потяну. Дорогие друзья, в нашем концерте наступил момент золотого сечения.
Математики определяют этот момент как пропорцию целого к большему, большего к меньшему. А художники говорят, что это момент гармонии. И вот в этот момент вам предстоит встретиться с очаровательной женщиной и замечательной артисткой, пародисткой Вероникой Шустровой. Антоша, партию пианино, мистер Рояля, вновь Антонина Борщанская. Учись, как надо работать. Мне поздно учиться. А учиться никогда не поздно. В армии знаешь, как говорят? Не умеешь? Научим, не хочешь, заставим. Заставлять будете? Обязательно. Каким же образом? Логически. Следи за мыслью. Ты у нас работаешь на договоре. Отказавшись работать, ты нарушаешь договор. И я расторгаю этот договор. В результате ты ничего не получаешь и остаешься без крыши над головой. Деньги за билет возвращаешь. На обратный билет не получаешь. Скажи, зачем тебе все это? Тебе так нужны мои три песни? Абсолютно не нужны. Мне нужно, чтобы ты о себе понимала поменьше, а о других думала побольше. И времени на раздумья не даю. Хорошо. Я выступлю. Только потяни минуту для меня. Мне тоже собраться нужно. Никаких проблем. Надеюсь, друзья, все из вас любят попеть хором или помурлыкать в одиночестве. Но всякий ли из вас знает и споет русскую народную песню? Шумел камыш. Нет, не шумел камыш, а истинно русскую народную. В народе испокон веку повелось почитать запевал, песенников. Вот и вы сегодня пришли на наш концерт, я полагаю, не случайно. И мы предоставим вам возможность послушать, может быть, вспомнить предков наших. Молодое поколение нынче, что с ним поделаешь, как-то не становится хранителем старинных песен и традиций. А почему? Разве мы уже не россияне? Не русичи, как говорили в старину? Разве мы уже не славяне? Но лучше всего мои доводы подтвердит сейчас исполнительница народных песен Ксения Миронова. Прошу любить и жаловать. Ха-ха, молодец, Сенчик. Что ж ты раньше времени-то вылезла? Аккомпанирует Иван Котин. Товарищи дорогие, я вот смотрю на вас и не понимаю, зачем вы сюда пришли? Нет, действительно, зачем? По телевизору показывают замечательных артистов, а в соседний колхоз привезли прекрасный фильм, а вы здесь. Понял. Так, накажем. Наказать-то надо, но девка лихая. Ладно, надо закругляться. Я серьезно говорю, это не шутка. Ну что же, вот теперь я вам спою. Нет, подарю. Слушайте, такого по телевизору не показывают. Стану я раба Божья, Евдокия благословясь. Стану перекрестясь из дверей в двери, из ворот в ворота. Выхожу я на море-океан, на том море-океане стоит столб огненный, на том столбе ангел стоит огненный. Простреляй грудь рабу Божьему Елисею ретиво сердце. В сердце кровь, в крови любовь, чтоб он, раб Божий, Елисей, меня, рабу Божию, Евдокию, в гульбе б не забывал, в вине б не пропивал, да все на уме, на разуме держал. Была б я для него белее белого снега, милее белого света. Будьте мои слова крепше,
легче ножа горячего в огне. Аминь. А ты, моя ненависть, худоба, лети по белу свету, по полям, по болотам, по текучим рекам, вихрем чадом раскатись, разлетись. Во все четыре стороны, от меня и от мужа моего. Извините, я не хотел. Скажи, девушка, вот угадай до смеха, просто так до смеха. Сколько бы не лет, а? А, ни за что не угадаешь. А мне уже 48. Не верю, да? Вот, проверь. Проверь. Я тебе все записи наизусть перескажу. И даты, и номера приказов. Проверь. Пожалуйста. Ты что встал, водила? Это ж Турицына. Ага, Турицына. Пойдем к Аннушке погреемся. Разве она не уехала? Да дом никак не продаст. Девонька, айда с нами погреемся. Аннушка-то наша с внучиком живет. Дни, как есть, на свете маются. Старый да малый. Господи, да что же это такое делается-то? Угощайтесь, девочки. Самоварчик теплый, заварчик свеженькая. Вчера только заваривала. Угощайтесь, милые, угощайтесь. Учишься, Ванюш? Нет, школа далеко. Вы на дом пошли смотреть? Нет, зачем? Мы покупщика ищем. В Косуле переедем, там у них школа. И ходить никуда не надо. Скажи, а как же остальные ребята? Нету их у нас. Одни старики да я. Пожары тушить и то некому. Это Папкин. Он самый старший лейтенант был из всех. Скорее бы уж выучиться. Бабушку кормить стану. Царец небесный, что делается-то ночь, зимой греметь стала. Ванюша, ты не играй. Струны-то железные молнию притянуть могут. Давайте, девоньки, споем. Все веселей будет. Спой, Аннушка, спой. Ага, как играть так нельзя, а как пить так можно. Иди сюда, дурачок. Вместе петь будем. Вы, кумушки, кумитеся, кумитеся, любитеся, кумитеся, любитеся, любите. В зеленый сад возьмите меня. Вы будете цветы рвать, сорвите вы мне. Вы будете вяны кипеть.
чё сидишь? Подпевай, ну. Ваши венки поверху плыли, а мой на дно пошёл. Ваши игрушки с войны пришли, а мой не Извините, пожалуйста. Когда поезд? Утром. Долго ждать. Ты зачем приехал? Хочу пригласить тебя. Куда? Переночевать. Не сидишь же тебе здесь всю ночь. Нет, не пойду. Почему? Потому что это унизительно. Пойдем. Я раскладушку для тебя раздобыл. Пойдем. Я прошу тебя. Просишь? Да. Прошу. Тише, тише, тише. Ой, тише, прошу тебя, ребята, не заметил. Кошмар, ну ладно, давай. Вот тебе вместо чая. Угощайся. Пожалуйста, прошу. Киселек. Кисель. Сливовый. Минпищпром. Хранить в сухом месте. Срок хранения не указан, неразборчиво. Дата выпуска 1953 год. С ума можно сойти, да? Мой ровесник. А если бы у бабки был чай? Наверное, собранный еще рабами Рима. А что ты делал в 53-м? В 53-м? В школу пошел. А потом? А потом суп с котом. Учился в политехническом. В семье артистов не было? Нет. Из самодеятельности мы. Может, венца хочешь? У Сергея есть. Сам-то он где? В шахматы пошел играть. Чемпионом будет. Да он-то ладно. Вот ты у нас кем будешь? Не знаю. А возвращайся на типографию, Ксеш. Нет, не могу. Побитой быть не хочу. Ой, больно ты гордая. Да брось ты все это, побаловался и хватит. Ты ж простая рабочая баба. Ребеночка. Thank you.
почему-то, если рабочая, то обязательно простая. Я, может быть, сложнее министра или даже академика. И потом пение здесь ни при чем. Я ведь не про работу говорю, что не знаю, кем я буду. Ладно, пошла. Да куда тебе торопиться-то? Мне есть куда. А вот тебе действительно некуда. Коль, привет. Это Люба. Ксения вернулась. Злая. Поешь нормально, все равно ничего не запомнишь. Поешь. Мам, я у тебя такая бестолковая. Слушай, можно в твоих сапогах сегодня в школу пойду? С ума сошла? В школу. Мам, мы после школы сразу идем на вечер встречи в институт. Мам, в институт нет. Идем. Нет, забежишь и ты. Ну, можно. Надевай. Алло, слушаю. Здравствуй, Миронова. Узнаешь бывшего начальства? Здравствуйте, узнаю. Послушай, не в службу, а в дружбу. У нас завал. Трое на больничном. Да что вы. Мам, ну как? Мне тут передали, что ты свободна сейчас. Выйди на тебя, помоги, оплату гарантирую. Хорошо? Ладно, мам, пока. Приду вечером. Хорошо, приеду. Разувайся, они мне понадобятся. Мам, они тебе малы, мам. Ждать-то когда тебя? Через полчаса выезжаю. Разувайся. Мам, они тебе малы, змейки не сходятся. Разувайся. Это подло. Ну как? Не разучилась? Вроде нет. Норму сделаю. Настроение как? Бодрое. Тогда пиши заявление. Пока подумаю. Ну, ты артистка. Ох, если бы. Какая встреча. Наконец-то я вас хоть чем-то удивил. А что вы здесь делаете? Жду вас. Хочу по старой памяти довести вас домой. Очень кстати. Давно не работал, устал. Карета подана. Остановитесь здесь. Там же перекопано. А мы другим путем. Попробуем. Можно? Можно. Только зачем? С вашего позволения, я хотел бы зайти к вам в гости. Милости просим. Раздевайтесь. Привет. Привет. Что-то ты сегодня рано. А как же твой вечер встречи? Перенесли. Извините, я вас покидаю. Добрый вечер. Мам, можно я твои сапоги обую? Можно. Ты извини, я без предупреждения. Похоже, у меня сегодня будет вечер неожиданностей. Цветы. Да это вот я тебе. Спасибо. Николай. Это Геннадий. Гена. Ага. А я с конферансом решил завязать. Что так? Устал, надоело. Ты тогда во многом права оказалась. Ну, что я могу сказать? А ничего не надо говорить. Тут командировочка одна подвернулась на 40 дней. Надеюсь, ты за 40 дней замуж не выскочишь. А что это тебя так беспокоит? Я хочу, чтобы ты вышла замуж. За меня. Проводить приедешь? Не люблю провожать. Угу. Ну, ладно. Счастливо оставаться. Угу. Мне еще надо чемодан собрать.
Как старь говорили, хорошо поешь, да мне плясать неохота. Веселые дела у нас получаются. Народ песню придумал, тысячу лет пел, а мы ее обрабатываем, трактуем, что называется, фольклориваем. Ну а как же? А вдруг несовременно прозвучим? Не поймут. Чушь! Надя, это и к тебе относится. Да мы и сами чувствуем, Виктор Петрович. Вы только чувствуете, а я уже слышу. Ну кто там? Свои. Погодите, я сейчас. Я только... Здравствуй, Ксюша. Здравствуйте. Кумите ся, кумите.
руки. Руки только не надо прятать.